Айрин Лакс. Отдайся, не пожалеешь. Аннотация. Отдайся, не пожалеешь. Отдаться? Тебе? Рассматриваю нахала. Дерзкий, красивый, сексом разит за километр. Но... Боюсь, ничего не выйдет. Это почему? На меня тёлки вешаются пачками. Но сегодня я выбрал тебя. Забавно. Только секс на одну ночь меня не интересует. Мне нужен результат. И какой же? Такой, чтобы на тесте для беременности появились две полоски. Понял? Шок на лице красавчика. Думаю, понял. Понял и отвалит в сторону через три, две, одна. Я согласен, заявляет. Но учти, заниматься тобой я буду плотно. Очень плотно. Глава? Первая. Айя. Кое-кто с тебя глаз не сводит, шепчет подруга. С меня? Должно быть, ты что-то путаешь. Я привыкла быть на периферии мужского внимания. Поэтому, когда Эва начинает убеждать, будто кто-то из мужчин мной заинтересовался, я в это не верю. Мы познакомились в клубе по интересам, за границей. Не думала, что пересечемся на территории Родины. Но вот она, моя новая приятельница Эва сидит за столиком напротив. Она не пьет, по капле цедит безалкогольный коктейль. Выглядит соблазнительно. Но отшивает всех мужиков, что к ней клеится. Она яркая. В свете неоновых лучей ее светлая кожа кажется совсем бледной. Контрастирует с темными шелковистыми волосами. Я рядом с ней невидимка. Внешность самая обыкновенная. «Посмотри, просто посмотри!» Он сидит по левую сторону, «У бара». «Точно на тебя смотрит». «Он весь вывернулся ради того, чтобы на тебя смотреть». «О, Боже, ну и где это чудо?» — ворчу я. Медленно поворачиваюсь, стараясь не смотреть на столик в другом конце зала. Но мой взгляд предательски падает именно туда. Там сидит мой бывший. Под руку с новой пассией. И она беременна. Двойной удар по моему самолюбию. Со мной-то он детишек заводить не хотел. Отмазывался всем, чем только можно, но не прошло и месяца после нашего болезненного развода, а он уже под руку с девушкой, пузо которой лезет на нас. Значит, он трахал ее, еще когда мы были женаты, трахал и трахал, наполнял вагину спермой, зародил новую жизнь в ней, а я. Черт, от боли готова подохнуть. Чтобы не испытывать этих чувств, я беру со стола рюмку и быстро опрокидываю ее в себя. Обжигает. В голову бьет моментально. Где этот, якобы заинтересованный мной мужчина? спрашиваю, развязно. У бара? А конкретнее? У бара их всегда много. Поверь, качает головой Эва. Ты сразу поймешь, кто он. Моментально. Я поворачиваюсь в сторону бара и сразу же замечаю того, о ком моя подруга говорила. В груди мгновенно сжимается сердце. Тело бросает в жар от того как явно и с голодом пялится на меня молодой мужчина. Смотрит с вызовом, с голодом, с желанием обладать. Мной? Может быть, смотрит он не на меня? Я поднимаю взгляд до уровня его глаз. Мужчина поднимает бокал с выпивкой и смотрит мне прямо в глаза. Еще и губами делает чмок, посылая мне поцелуй. Боже, точно, смотрит на меня. Я быстро отворачиваюсь и прячу полыхающее лицо. «Убедилась?» — спрашивает Эва. «Убедилась. Но это ничего не значит». «Почему? Он красавчик?» — говорит небрежно. «Не в моем вкусе. Ты видела, во что он одет? Рваные джинсы. Рваные настолько, что вываливаются колени и часть бедер. Майка широченная. Наверняка там еще косуха где-то припрятана и... Сексуальный, дерзкий. Мне это не интересно. Неинтересны сексуальные мужчины? Я «Нет, Эва. Ему на вид лет двадцать пять максимум. С большой натяжкой. А мне?» — машу рукой. «Боже, сама знаешь. Все, не придумывай». «Эй, а не ты сказала, что просто хочешь отвлечься? Разве такие связи на один раз не самая подходящая?» «А сама?» «А что я?» — прячет взгляд. «Я просто за компанию». «Угу. Все, закрыли тему». «Боюсь, не выйдет». «Это почему же?» «Обернись», — складывает губами. И я послушно оборачиваюсь. «Мой бог, он за моей спиной стоит. Прямо за моей спиной!» Я чуть не уткнулась носом в его пресс. Готова поспорить каменный. Через полупрозрачную широкую майку проглядывается рельеф. Он весь рельефный, не качок. Скорее, просто мускулистый, жилистый, резкий. Во рту пересыхает, когда он наклоняется и... Просто нюхает мои волосы. Он шумно вдыхает запах моих волос, а мне хочется просто выдать в голос. Бля, совсем не принцесса. Его пальцы ложатся на мои плечи. Длинные, сильные. Одна рука пробирается к шее, потом... Слишком быстро. Пальцы впиваются в мои волосы, оттягивая голову назад к спине. Вторая его ладонь ложится на мою шею, а потом... Он просто наклоняется и целует меня с языком. Жестко губы раздвигает и начинает меня целовать глубоко и пошло, всасывая мой язык, толкаясь своим. Просто пожирание какое-то. Ох, меня сейчас съедят. У всех на виду. Мне дышать нечем, а глаза сами закатываются от удовольствия. Поцелуй пошлый ужасно. Мы сосемся, как подростки в пубертате, которые впервые остались наедине. Вот только мы не наедине. Мы в клубе. Здесь людей полно. А я, тем не менее, испытываю прилив мощный, яркий. В трусиках собирается влага. Меня давно хорошенько не трахали. И даже не целовали вот так. Бывший в последнее время от меня отдалился. Я глупо считала, что во всем виновата я сама. Он не хотел детей, а я хотела. Забеременела от него. Он был в шоке и кричал на меня, что я не спросила у него разрешения. Потом случился мой выкидыш: Я винила себя во всем! И в том, что посмела забеременеть, и в том, что потеряла малыша. Но муж, оказывается, просто завел себе интрижку на стороне и заделал ребеночка другой. Задолго до того, как у нас все пошло кувырком. В голове шумит. Тело натягивается, в животе вибрирует возбуждение. А я... Слышится удивленный голос бывшего. Глава вторая. Айя. Я отрываюсь от губ мужчины с трудом, Смотрю налево. Точно он, мой бывший. Тимур Увалов, стоит под руку со своей новой девушкой и смотрит на меня в шоке. Ты? Он моргает, будто поверить не может, что его тихоня, бывшая жена, может так развратно себя вести. Я же действую еще смелее, улыбаюсь ему. Ты кто такой? Шок на лице бывшего сменяется возмущением. Но я уже больше не смотрю в его сторону, а смелев, притягивая наглеца поближе. При этом моя рука ложится на его бедро. Ему многое не надо. Он быстро вклинивает колено между моих ног и почти заваливает меня на диван, целуя еще глубже. Поцелуй почти трах, длится еще несколько секунд, прежде чем он отрывается и лижет мои губы языком, продолжая держать за горло, чуть-чуть надавливая пальцами. Какой охуенный ротик! слышу его голос, мелодичный, но с хриплой подложкой. Я быстро сканирую помещение на предмет бывшего. Ушел. Слава богу. Быстро отпихиваю мужчину и одергиваю задравшуюся юбку платья. Все, свободен. Я так не думаю. Остается стоять на месте, нахал. Ты не понял? Отвечаю с легким раздражением. Я поцеловала тебя, чтобы выбесить бывшего. Ты миссию выполнил. Свободен. Я нарушно грублю, чтобы не показывать своего возбуждения и заинтересованности. Потому что вблизи он кажется еще моложе, чем на расстоянии. Молодой, дерзкий, красивый. Может позволить себе снять любую из девчонок. Но почему-то смотрит только на меня. Разведенку тридцати лет. Я хочу тебя. А я тебя не хочу? Парень наклоняется и говорит мне на ухо. Я всунул колено между твоих ног. Ты терлась об него, как текущая кошка. Мокрая и голодная кошка. Я такую хочу. Кажется, ты не понял, парень». «Я все понял, и я хочу именно тебя. Скучная с виду, но жаркая. Тебя же давно не драли хорошенько, так, чтобы орала и умоляла прекратить, кончая лужицей». «А ты где такому научился?» — фыркаю. «В универе такому не учат, если ты о том». «Наверное, ты просто не доучился, мальчишка». «Я давно универ закончил, мамочка». Он нагло садится на диван рядом со мной и забрасывает руку на спинку, я сразу тебя заметил. Как ты пришла и размотала свою дульку на голове. Волосы упали волной. Это было так охуенно. На этом вся моя охуенность закончилась. Гуляй!